Ритонами называют сосуды для питья в форме рога, часто украшенные изображениями различных животных и сцен. Ритоны используются с древних времен часто во время культовых церемоний. Такие сосуды изготавливали из самых разных материалов – рога, бронзы, серебра, золота и керамики. Данный ритон довольно крупный – больше 30 сантиметров в высоту. Он дополнен изображением горного козла. Рога, бородка, глаза повторяют анатомию реального животного. Украшен узорами красного цвета. Этот ритон был изготовлен в конце 2-го – начале 1-го века до нашей эры. Ему около 2100 лет. Он происходит из провинции Тегеран. Посмотрите и другие шедевры с виртуальной выставки «Наследие шелкового пути» от ЮНЕСКО из 6 национальных музеев Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.